Audi A3 2012 года. Как снять сиденье заднего вида? Здесь с этой стороны крепление и с противоположной. Смотрите, вот в этой части поднимаю на себя. Вот оно. То есть не ломая, поднимаем. И с этой части поднимаем на себя. Поднялась, видите? Стой, стой. И внизу у нас находится задние части. С этой стороны и с другой вот такие вот два крепления. Все сиденье давим на себя и приподнимаем. Приподнимается, видите? Вот оно. Вот это крепление. Проволока сюда заходит. И сиденье стоит на месте. Ну и с той стороны аналогично. Такое же движение. Поставлю немножко на место. Надавили заднюю часть. И приподняли. Все. Сиденье снято. Нужно попылесосить, постирать. Все. Всем удачи. Буду рад вам быть полезен. Ставьте лайки. Счастливо.